сходи домой, если никто не будет. Нет, никуда уходить не будете. Звоните маме. У меня есть сестра в садице? Звоните граждане Российской Федерации, звоните, пускай прилетает сюда. Воздушное пространство открыто, я же говорю. Сейчас не та ситуация, чтобы он не мог приехать. Или мне сейчас обратиться... Ребят. Не, ну просто серьезно позвонит. Ну как знать? Он не сможет поехать. Не сможет поехать просто, ну, сразу. Девушка, позвоните, пожалуйста, маме и пускай привезет ваш паспорт. Сумочка ваша? А что вы все снимаете? Успокойтесь, может. А где вот эта бумажка, где было написано, что употребил это вещество, находится в эйфории? Вот тут вот у вас было, мы читали. Вот эти бумажки какие висят там.